На Сахалине устраняют последствия разгула стихии. Спасатели откачивают воду из подтопленных жилых домов, просушивают помещения тепловыми пушками. Почти 40 ремонтных бригад восстанавливают электроснабжение в обесточенных населенных пунктах. А в Долинском районе, там, где оказалась размыта насыпь железнодорожного полотна, для пассажиров пригородных поездов пущены дополнительные автобусы. Сейчас стихия сместилась в северные и центральные районы острова. Там продолжаются дожди, порывы ветра достигают 15 метров в секунду.